Всем привет, я Сюзюко Шеварднадзе, журналист, телеведущая, продюсер. Вот уже полтора месяца, как я в самоизоляции. И признаюсь, что первые две недели были очень сложными, потому что не только человек остается наедине со своими жизненными страхами, которым теперь надо взглянуть в глаза, более-неволе, никуда не деться, но еще есть страх не заболеть. А потом, спустя две недели, я решила, что вот самоизоляция – моя данность, моя сегодняшняя реальность, которую я не могу избежать. Поэтому я твердо решила, что я извлеку из этого пользу. Что мне точно помогает? Так это четкое расписание. Вставать в одно и то же время, ложиться в одно и то же время. Обязательно час тире полтора уделять физической нагрузке, то бишь спорту. Есть очень много разных онлайн упражнений, занятий, которые вы можете для себя выбрать. Я начала готовить заново. Я вспомнила рецепты, которые я не помнила за последние 20 лет. Не только вспомнила, начала еще и новые готовить. Например, я научилась готовить хачапури по-аджарски, которое мне казалось дико сложным, но оказалось, что это все можно сделать за 30 минут. Очень рекомендую. Вы знаете, бывают дни все равно, когда мне бывает очень грустно, потому что, конечно, неопределенность, она угнетает. Но я хочу вам сказать, что это нормально. У нас у всех сейчас такое состояние. Один день нормально, один день грустно. Мы обязательно через это пройдем. Мы выйдем из этого сильнее, добрее, сознательнее. Очень вас прошу, оставайтесь дома. Мы можем спасти друг друга, оставаясь дома. Все будет хорошо.